Готовность Дональда Трампа отменить часть санкций против Москвы раскритиковал глава ЦРУ Джон Бреннан. Он покинет свой пост вместе со всей администрацией Барака Обамы в эту пятницу. По словам Бреннана, избранному президенту не хватает полного понимания масштабов угрозы, которую Москва представляет для Соединенных Штатов. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Дональд Трамп не понимает последствий этого шага. Бреннан заявил, вместо того, чтобы болтать и писать в Твиттер, Трампу теперь придется заботиться о национальной безопасности США, и на нем лежит огромная ответственность. Несдержанность не способна защитить безопасность страны. И поэтому, когда Трамп говорит, он должен отдавать себе отчет в том, что последствия его слов для Соединенных Штатов могут быть очень серьезными. Повторю, теперь он должен думать не о самом себе, а о Соединенных Штатах Америки.